Сейчас. У меня жена и дети, я их помню и люблю. Я работаю в газете, 10 строчек по рублю. 10 строчек, 10 писем, 10 авторских статей. Поневоле независим от жены и от детей. Дальше будет одна фамилия — Капралов. А Капралов, кто люди постарше, может вспомнить, он вел кинопанораму. Вот такой был интересный человек, да. А я еще чем был связан, в Серебряном Бару у нас были дачи, он переехал в какую-то более хорошую дачу, а мне дали Капраловскую дачу, и там везде все эти киношные афиши, да. А еще я не завишу от музеев и премьер, пусть о них другие пишут, ну, Капралов, например. Не завишу от гуляний вдоль Садового кольца, не завишу от свиданий, от глазенок в пол лица. Я завишу от газеты, это орган, ого-го. Ого-го, зависит где-то от пират моего. Все зависимо на свете, так зависло, что не вмочь. У меня жена и дети, сыновья, нет, сын и дочь. У меня жена и дети, сыновья, нет, сын и дочь.